18 октября специалисты ТСК «Мосэнерго» заменили участок трубопровода на магистрали. Она затрагивает сразу несколько домов на улице Молодежной и проспекте Мельникова. Бригада обнаружила протечку и сразу приступила к устранению. На место аварии выехала специальная комиссия вместе с главой Дмитрием Волошиным. Ход ремонтных работ в городе на постоянном контроле администрации. Также для координации и оперативного решения вопросов по части отопления и горячего водоснабжения работает штаб. Утечка незначительная, труба сама не в плохом состоянии. Возможно, это брак был при производстве. Сейчас коллеги наши уже вырезали латку, подготовили для ее, соответственно, монтажа и устранения. И в течение 2 часов будет наполнение. С данной задачей мы довольно-таки оперативно справимся. И уже к 8 часам вечера отопление будет восстановлено. На данный момент подача тепла и горячей воды в домах полностью восстановлена. В Химках в круглосуточном режиме работает 12 аварийных бригад ТСК «Мосэнерго». Они ведут плановые работы, а также устраняют порывы. А сотрудники управляющих компаний занимаются развоздушиванием систем в домах.